Как сохранить здоровье? Многие уверены, что для этого нужно потратить кучу денег на спортзал, на массаж, на разные витамины, на особенные полезные продукты. Без денег здоровья не будет. На самом деле все не так. Можно укреплять свое здоровье не просто бесплатно, а даже с экономией для бюджета. Иногда небольшой, а иногда вполне приличный. Мы собрали самые доступные способы экономии средств и укрепления здоровья. Они помогут снизить уровень глюкозы, укрепить иммунитет, улучшить работу сердца.